Друзья, привет! Вышли только что, вышли мы с вами только что с нашего трэш-райончика и уткнулись вот в такой вот район, где все очень дешево. Ну, давайте посмотрим вообще, что здесь дешево. Вижу цены от 5 до 20 дирхам, это фигня. По-моему, этот вилоч мы когда-то снимали, сейчас, наверное, снова зайду, сделаю вам видео. Все цены, которые видим, делим на 3,68 будет доллар. Чемоданчики от 55 до 100. Вот целая куча всего. Вещи 5 дирхам, футболочки, джинсы есть. Боже, сколько людей, какие цены. Рюкзачок 25 дирхам. Ну, просто такие люди какие-то такие так смотрят не очень дружелюбно, поэтому завернем, наверное, в гид-маркет. Ну вот, ткани такие 20 дирхам. Футболочки по 10, вообще фигня. И по 30, 35, 45. Ладно, пошли. Пошли, вернемся лучше. Слушайте, горы, люди покупают, нифига себе. Кто так покупал в Дубае? Пожалуйста, подскажите, интересно просто. Ну, помню, я футболку купила. Как-то приехала, и футболок было мало. На пару дней я приехала. Что, по-моему, в Индии было, не в Дубае. Не, в Дубае, по-моему, я не покупала. Ну, прикольные футболки, 20, 20. Ну, по 5 дирхам порыться надо. 5 дирхам, что это вообще, доллар? Вот по 10 красивая, чистенькая футболка. Чемоданчики 79. Вот эти вот я уже смотрела. От 55, рюкзачки 20. Вот 110 самый такой. Но это дешево. Опс. Так, ну что. Куда бы зайти вам показать? А, вот этот гид-маркет. Большой вилоч называется. Вилоч-маркет. Давайте туда зайдем, посмотрим уже какие-то цены, сувениры. Так, ну начнем с брелочков, да? Кто любит брелочки привозить, пишите. Я люблю брелочки и магнитики. Ну вот, допустим, с верблюдиком симпатичные, 7,50. 7,50, давайте, может, так вам покажу, лучше будет видно верблюдик. Ну, симпатичные, я уже столько брелков привозила за свои годы здесь бытия. Так, я люблю эмираты, 8,50 стоит брелок. Тоже неплохой, вот такой неплохой за 5,25. Ну, как-то находила, что много брелков и стоит что-то копейки. Ну, вот такие вот брелки, в основном, которые мне нравятся. 5,25 стоят вот эти вот. Хорошие. Дальше внизу тоже есть, тоже 5,25. Какие-то резиновенькие, не знаю, резиновенькие брелки. Есть брелки открывашки. Ну, не знаю, такие вот, мне кажется, открывашки какие-то, они очень такой подарок. Не знаю. Можете свое мнение написать, кстати. Ага, вот такой вот я любила привозить. Вот и магнит, посмотрите. Хотя сами магнитики мне не нравятся такие. Ну, смотрите, 10,95 стоит классно. Вообще 12 штук. Но сами они какие-то как... Понимаете, о чем я говорю? Какие-то переливашки, но не как магнит. Ну, не знаю, ну, что это такое вообще. Это прикольные магниты. Прям банка пива. Хотя бы интересные. 8,25. Вот 10,95. Вот такие я брелки брала. 10,95. Вот такие вот прикольные, кстати, хорошие. Дальше. Ох, Найда, пожалуйста, человек проходит. Ну, вот такое, может, нормальное еще. 4 больших магнита. Здесь все по 10,95, смотрите. Менеджер прошел, улыбнулся, хорошо, снимать дают. Ну, вот такие вот резиночки, не очень, 9,95, не очень. А эти 9,50. Ну, вот еще целая куча вариантов. Народ. Вот в такие магазины заходите. Подставочки для соков и пива, вот, 5,95, вот хорошие, хорошие варианты. Вот такие я привозила, вот, верблюдики зашли, очень понравились. Но это брелочки, да, чем магнитик. Вот это брелок, а это магниты, наверное, 10,95. Что-то я показываю, не видно, извините. И давайте сейчас еще здесь посмотрим. Так, давайте внутрь зайдем, что там много людей. А к чему Новый год? Он не скоро еще. Ладно. Это вообще что-то, не знаю, зачем выставили. Вот чашечка прикольная, 2,50. У меня есть похожая черная, я из нее пью эспрессо, мне очень нравится. Но 2,50 со всеми достами, если есть возможность положить ее, довести, не треснуть ее в багаже, вообще кайф, здесь не классно. Вот такой Дубай Экспо. Мы так на Экспо не попали и не жалеем. У меня какое-то, блин, керамическое, думала резиновое. Не, 10,95 и вот такой 10,95. Не, не надо, что-то не очень. Так, дальше, что я вам рекомендовала бы. Сейчас хочу свой выбор показать. А маленькая Бурдж-Халифа или маленький такой сувенирчик. Кстати, это вот такие счетчики прикольные. Вот
помолился, и нажимаешь кнопочку. Очень модно вот сюда одевать. Мне когда подарили, я когда подход сделала, всегда нажимала кнопочку. Как тренировочный датчик можно подарить. Хотя на самом деле для мусульман это очень важно, они молятся. Вот. Ух ты, вот это вот. У Наташи такая есть, Бурж-Халифа за 10,95, но меньше. Ой, Бурж-Халифа, что я говорю, отель Парус, простите. Конечно, исправляйте меня. Ну и так вы понимаете, наверное, где Бурж-Халифа, где Парус. Вот Бурж-Халифа тоже 10,95 стоит. Но она красивая, если она горит, пацаночки. Вот такое вот. Ну, то есть у человека уже магниты есть. Просто еще вас тоже жалко тащить. Вот красивый такой, скажем, кувшинчик и чайничек 10,95. Ну, вообще класс же. Верблюдики, что еще вот. Дама под пальмой, чехло, это чиджин под пальмой, золотая рамка. Интересно. Вот. Вот такое вот что-то маленькое, вот прикольно, 10,95. Это чтобы у вас было куда поставить сервант. Ну и тарелочки есть, друзья, собирают, но это какая-то прям вросшаяся туда. Не знаю, такая тарелочка не очень. Вот большая Бурж-Халифа. Вот поменьше. Короче, вот. Что еще? Здесь еще все вперемешку. Уже и рис, и масло, и мед, и паста, и всякие, не знаю, всякие вкусняшки. Вот еще что принести. Ножик, кстати, симпатичный. Не знаю, работает ли он со всеми этими. Смотрите, много лезвий. 10,95. Ну, неплохо, неплохо. Всякие желешечки, чаи. Давайте кофе посмотрим. Вам скажу, если есть этот вот кофе, который я маме привожу. Вот маме он нравится. Он лордик, такой лорд называется, такой типичный арабский кофе. Ну вот, смотрите, уже, допустим, видим арабский кофе. Ой, что-то мало такого. Ой, сколько здесь? 200 грамм, 10,95. Ну, нормально, в принципе, можно вести. Но арабский кофе, он такой оранжевато-желтоватого цвета. Ну, вкусный. В принципе, заваривать также можно, как и обычный черный кофе. Так, давайте с вами идем дальше. Так, друзья, ну и, конечно же, что еще можно привезти в подарок? Это эмиратская арабская парфюмерия, смотрите. Жадор, типа Жадор, 10,95. Ну, понимаете, здесь подделочки, но мы находили и в таких очень хорошие, достойные запахи. И знаем вообще, где купить достойную парфюмерию. У нас было много видео, есть много видео, шортов, распаковок, где купить и в Дубае, и в Абу-Даби, и в Эляне. Это, конечно, очень большой выбор, очень, ну, вы, конечно, запутаетесь, если захотите привезти подарок. Главное, чтобы человеку подошел аромат, ведь все-таки это, ну... Это важно, человек, ну, не сможет его на себя одеть, не сможет его нюхать, носить его не сможет. Будет не очень приятно, вот. Так что еще вот этот мальчик, ладно, вмешаюсь в работу мальчика, еще не забываем привезти, можно очень хорошие мази. Мамина любимая Мув. Еще Тигр бальзам. Вот Мув за 10,95. Ай, сори. И бальзам Тигр. По-моему, в Таиланде есть и в Индии распространен. И Занду вот такой вот. 10,95, 3 штучки. Тоже очень, кстати, классный подарок, который вы можете привезти. Как я все время шучу. Ну, теперь мы привозим друзьям уже не магнитики, а что-то для здоровья. Это уже не смешно. Так, ну что, все еще с вами ходим по магазину. Покажу вам последнюю вещь, которую можно купить. И точно вы ее знаете, точно вы ее покупали, когда были в Эмиратах. Так, ну это не конфеты, не конфеты. Что мы ищем с вами, пишите. Кто догадался, что мы ищем в конфетном отделе? Что же мы ищем? А его здесь нет. Ну, пойдем дальше искать. Все, нашла, друзья мои. Ну, конечно же, финики. Думаю, вы все угадали. Вот они. 9,95-10,95. Разные, с орешками. Ну, смотри, с орешками твердоваты. То есть, если немножко пожилые у вас друзья, лучше обычные. Вот такие вот, например. Много мы видов фиников привозили, не все вкусные. Есть вот такие, допустим, залитые сиропом. Вот их не берите. Там не сироп на самом деле, там просто пока их отдерешь, уже время пройдет. Ну и мои рекомендации лично. Берете финики, чуть-чуть пощупали, чтобы мягкие были. Вот чуть-чуть надавили. Не мягкие, не берите. Вот эти мягкие, ой, капец какие, слушайте. И 10,95 стоит, боже, сколько это. Ой, тяжелый, 10,95. Это хороший подарок. Срок годности хороший, буквально свежий. Не могу найти, сколько это. Вижу, что 227 калорий. 800 грамм, 825 грамм. Это хорошая цена. Думаю, финики хорошие, вкусные. Есть, смотрите, финики, там орехи в шоколаде и в финики. Ну, разные есть варианты. Просто очень много. Очень много. Если у вас есть вес, вот проблема вот это вес.
Вот можно купить специальный офер такой. Тут две, бывает и три пачки за 10,95. Ну, вес обычно, вот, видите, там было 800 грамм, тут по полкилограмма. Ну, это тоже, это нужно все-таки, чтобы у вас чемоданчик не перевешивал. Ну, вот такое у нас вкратце видео. Сегодня я показала вам, что можно купить. Что можно купить, что можно найти, что, ну, гарантированно подарит друзьям радость и наслаждение, что вы были в Эмиратах и привезли им что-то. Ну, будет интересно посмотреть, почитать, что вы привозите. Ну, в основном мы показали, да, магнитики, брелки, кофе, мази, парфюмерия и финики. Вот, это основное, что мы везем с Эмиратов. Пишите, может, вы что-то знаете, что-то из других странах вы привозите. Будет интересно почитать. Все, всем спасибо, что сегодня были со мной. Счастливо, всем пока.